почему женщинам это так не нравится. Meets an old immovable object like me. You'll find out as sure as we live. Something really got to give. Ответ на этот вопрос искали многие, но мы для начала спросим непосредственно у самих представительниц прекрасной половины. Я люблю модно одеваться, брендовые вещи и очень хочу шубку. Хочу, чтобы было красиво и недорого. Чувствую, без профессионала нам не обойтись. А Светлана – любительница модных тенденций. Для нее я подобрала платье в барочном стиле. Яркий декор, эксцентричная расцветка, богатая ткань. Поддаете к нему контрастное сочетание меха, как у нас черная норка и непременно маленькую миниатюрную сумку. Ольга тоже решила не отставать от своей подруги. Богатый, искрящийся черный мех норки – уже не мечта, а доступная реальность. Если же вам надоела ваша шубка и она хорошего качества, то есть возможность дать ее на реализацию. Принимается мех не только норки, но и лисы, бобра. Также это касается и роскошных дубленок. Сейчас на мне оригинал известного бренда. Впечатления самые приятные. И убивая двух зайцев сразу, можно присмотреть себе новую красивую и, что радует, недорогую обновку. Наша героиня так и поступила. Интересно, а в этой шубке я ему еще больше понравлюсь? Разные образы на все случаи жизни. Еще и шубку в придачу. Наша вторая участница Ольга, как говорится, берет от жизни все. Меховой удлиненный жилет, модные ботинки. Фасоны подобрались интересные и гармоничные. Брендовая одежда – это уже знак качества. От пошива до ткани используются в основном натуральные. Причем вы можете не только выбрать, но и сдать свою. С одной стороны экономия, с другой – пополнение бюджета. Это ли не мечта каждой женщины? А какие получаются модные сочетания? Сочетание стиля бэби-долл и гранжа сегодня очень актуально для дизайнеров. Они бравируют идеей о том, что женщина – это конфетка с перчинкой. Animal print оживляет классику. Зеленый меховой жилет добавит остроты и пикантности. А этот силуэт для особ романтичных, меховое болеро, сделает образ вечерним. В противовес Светлане Ольга решила выбрать сдержанный фасон. Актуальным завершением стало пуховое пальто в стиле бэби-долл. Модно и тепло. Этим требованиям отвечают практически все современные модели мужских и женских пуховиков. Принести и сдать свою одежду хорошего качества касается также пуховиков и мужского гардероба. А за выбором себе обновки дело не станет. В этом на своем личном опыте убедились наши участницы. Хороша. А главное, мне по карману. Но все вышесказанное не имеет смысла без этих долгожданных слов. Ты изменила всю мою жизнь. Спонсор программы – магазин «Ажиотаж». Дисконт плюс комиссионный. Принимаем на реализацию шубы, дубленки, мужскую, женскую и детскую одежду. Обувь, сумки, аксессуары, новое и БУ хорошего качества. Внимание! Также принимаем вещи при ликвидации магазина. В продаже большой выбор новой брендовой одежды от 40 до 62 размеров. Шубы от 17 тысяч рублей. Рассрочка без участия банка. Низкие цены и выгодные покупки в магазине «Ажиотаж» на 78-й добровольческой бригады 14-Б. Рядом с командором.